Сложное было, Денис. Что самое сложное? Да. Все было сложно. Хоккей — это сложная игра. Как удалось не сломаться? Наверное, вера в себя и вера в победу. Вера в то, что мы можем. Что чувствуете, Геннадий Иванович? Давайте потом. Хорошо, Денис. Это, ну, еще раз с победой. Спасибо большое. Спасибо за весь Урал с победой. Знаете, как говорят? За красивый хоккей. Можно шары забить, да. А можно шары забить.